Ну а сейчас настало время проговорить о том, кого мы считаем настоящим символом Вены. Конечно же, речь пойдет о Вольфганге Амадее Моцарте. Впрочем, в Вене он жил не все время. Родился он в пригороде Вены, в городе Зальцбурге. Там провел свое детство, но для того, чтобы стать знаменитым, конечно, нужно было покорить Вену. И шестилетним мальчиком Моцарт это сделал. Он выступает перед самыми знаменитыми королевскими особами, и именно они задают тон. Вена говорила после концерта только о чудо-ребенке Моцарте. Вот так писали в то время. Потом были многочисленные гастроли по другим странам, потом было возвращение вновь в Зальцбург и даже предложение поста капельмейстера, князя и архиепископа Зальцбургского, который Моцарт занял в 13 лет. А потом начались и некоторые недомолвки. Моцарт часто уезжал, Моцарт любил выступать, его ждали во многих городах Европы. Архиепископ был этим недоволен. Более того, когда однажды они встретились именно в Вене, он ему сказал: «Вена любит удачливых, но не так уж долго». На что Моцарт ответил: «Ну и что же, я полагаю, в моей жизни этого хватит». Моцарт был тем, кто первым среди композиторов позволил покончить с рабством музыкантов перед теми, кто ими управлял. Именно он смело заявил архиепископу, что вы не вольны так общаться с талантами. И этот вызов подтвердил своим уездом в Вену. Но прежде чем уехать, он написал замечательные дивертисменты. Написал их сначала для струнного квартета, но впоследствии они были настолько хороши, что многие оркестровые музыканты взялись за их интерпретацию. Есть дивертисмент Моцарта, написанный в Зальцбурге и в репертуаре камерного оркестра Государственной филармонии Костромской области. Вольфганг Амадей Моцарт. Зальцбургский дивертисмент ре-мажор в трех частях исполняет камерный оркестр, дирижер Алексей Мельков. Thank you.
первое отделение нашего венского вечера мы тоже завершим музыкой Вольфганга Амадея Моцарта. Это часть из его торжественной богослужебной музыки, которая была тоже написана для исполнения в Зальцбурге. Сегодня это сочинение облетело весь мир, и его можно по праву назвать одним из выдающихся и восхитительных шедевров Вольфганга Амадея Моцарта. Уважаемые слушатели, я очень попрошу вас, проверьте, пожалуйста, ваши мобильные телефоны, чтобы они не сопутствовали музыке, которая сейчас будет для вас звучать. Отключите звуковые сигналы. Вольфганг Амадей Моцарт. Лаудате Доминум. Для сопрано, хора и оркестра. Исполняют Ольга Болгари, Академический камерный хор и камерный оркестр Государственной филармонии Костромской области. Дирижер Алексей Мельков.